Сборная Беларуси по легкой атлетике в 2019 году обещает вернуться в Суперлигу, из которой вылетела на командном чемпионате Европы. В этом году, говорят, в сборной сказалось отсутствие международного опыта у многих молодых спортсменов. Эти ребята, которые выступали сейчас, они готовятся к Олимпиаде в Токио, поэтому идет обновление состава, и я думаю, это неплохо, потому что все-таки даже в первой лиге команды есть сильные, и я думаю, что в следующем году нам будет по плечу выиграть первую лигу. Напомним, во Франции максимальное количество баллов по 11 команде принесли Анна Малыщик в метании молота и Алена Дубицкая в толкании ядра. Итоговое место белорусов – 10-е.